аэропорт Мюнхена, сейчас какие-то там, ну, процедуры с точки зрения были, видимо, пересечения границ, плюс немного задержались. Все-таки достаточно долго, 240 километров ехать, поэтому уже ждем в таком режиме ожидания такой конкретный. Да, вот так встречают ребят, все фиксируется и на фото, и на видео, потом это выкладывается. Все, вот это вы видите потом в соцсетях нашей команды. Вот, ну, собственно говоря... Спасибо, спасибо. Как вас зовут? Там слёшь отбор? Привет всем, привет. Нет, пока отборный уже. Чемпионов потом, сейчас сборная. Ребята приехали, команда в полном составе практически. Все, Все, теперь собрание будет, наверное. Теперь уже такая полноценная работа будет, можно сказать, со всеми. Лёш, ну ты что-нибудь скажи, как у тебя? Я о чем не сказать? Ты как? Что-нибудь спросить? Мы видели, как вы там отмечали с Аталантой. Кого мы отмечали? Ну, у вас там фотки были какие-то. А, ну в конце, конечно, да. Да. Об эмоциях расскажи о первом сезоне в Италии. Ну, ты можешь сейчас долго красноречиво говорить. Все отлично, мне все нравится. Попали в Лигу чемпионов, задачу выполнили, поэтому все очень счастливы и рады. А на следующий сезон уже какие-то планы? Подождите, да, у нас сейчас впереди большая работа, подготовка, поэтому мысли только об этом. Брат, расписывались уже? Я с братом виделся, он прилетал ко мне, сейчас был у меня, так что да, и хоть немного так побыли вместе, увиделись, поэтому да. Все, да. Спасибо. Очень отличный сезон, добавил статистику и влияние на команду. Можно сказать, что подходишь к тому, чтобы стать лидером сборной, провести там лучший свой турнир? Ну, тяжело сказать, как будет. Я буду давать свой максимум, как обычно, делать все, что будет в моих силах, и помочь команде добиться максимального результата. Ну, тяжело сказать, что, наверное, что ты так чувствуешь. Я нахожусь, просто более счастлив, наверное, сейчас. И как в клубе, так и вернуться в сборную, наверное, только так. А в плане формы будем смотреть, как будет. Все, спасибо, ребят. Уже потренировались, да, наши? Ой, как я давно этого не делал. А хотя да, что, 15 минут только прошло, да? Нормально. Как-то все нормально, все хорошо. Нормально, потихонечку. Спасибо. Вовремя, да? Встретил? На восстановление. А, Эйчик, ура! Здорово. Что, уже паришься? Ну, сейчас пойду. Да? Давай, приходите. Подойди. А что у вас клуб? 103. Где 103? Вот здесь. А 121. 127 это вот там. 121. Тебе сюда. 121 тоже. Тоже туда, да? Два блока. Проводим. Да я что, не найду, что меня найдут.